Так, привозят к нам велосипед БУ в таком вот состоянии. Когда такой велосипед приносят, я сразу говорю от 6 до 8 тысяч. Давайте смотреть вживую. Так, вилка ржавая, она полностью закисла, восстановлению не подлежит. По колесам. Колеса крутятся хорошо, но судя по тому, что вилка ржавая и тросики очень сильно ржавые, втулки необходимо перебрать. Переборка втулок будет стоить задние 350, передние 250. Плюс в зависимости от того, меняем ли мы конуса и подшипники, это еще 50-100 рублей за каждую втулку. Если втулки будут в плохом состоянии, в плачевном, тогда, соответственно, замена втулок. Втулка стоит 600 рублей на промах и 100 рублей на шариках. Но нету смысла экономить, проще поставить сразу на промах. Дальше оба колеса требуют протяжки. Это еще от 100 до 200 рублей, в зависимости от сложности правки обода. Обе покрышки под замену, потому что передняя покрышка уже вот так вот лопается, пошли трещины. Задняя покрышка у нас стертая в ноль. Две самые дешевые покрышки, это еще по 450-900 рублей и передняя камера 200 рублей. У нас полностью разбита каретка, все очень сильно болтается. Каретка стоит 500 рублей на промподшипниках, 300 рублей замена, если штаны алюминиевые. Также у нас изношены средние звезды полностью, изношены цепи, изношена задняя звездочка. У нас трещотка на 7 скоростей. Соответственно, система от 800, 1000, 1500 рублей. Трещотка, если китайская, то рублей 500, но их сейчас, к сожалению, нет наличия, только шимановские по 1000. Цепь от 450 рублей. Далее нам необходимо будет поменять все рубашки, все тросики. Рубашка 100 рублей, тросик 100 рублей, замена 100 рублей. Итого 4 комплекта, это 1600 рублей. Рулевая здесь в порядке. Можно, конечно, перебрать, но в принципе пока все работает, тем более вилка в плохом состоянии, рулевую можно не трогать. Задние тормоза, наверное, они еще вот пока работают. Их надо, конечно, перебрать, почистить, поставить колодки. Это будет стоить 100 рублей колодки, 100 рублей переборка, настройка. Передние тормоза, если дешевые, то 300 рублей с колодками. Если подороже, то 400 рублей металлические с колодками. Так, вроде бы ровные направляющие. Душка, коромысло, так называемое, еще 50 рублей. Петух у нас задний кривой очень сильно. Правка петуха 100 рублей. Если не получится его, если он начнет лопаться, трескаться, новый петух 300 рублей стоит. В каком состоянии задний переключатель, я не знаю. Сначала надо его попробовать настроить. Передний переключатель, рамка кривая. В принципе, может быть, она будет, конечно, работать. Но я думаю, что, скорее всего, придется ставить новый переключатель. Это 500 рублей примерно. Сидельный штырь. Если без замка, то 300 рублей плюс замок 100 рублей. Если с замком, то 600 рублей. Это самые дешевые китайские. Сидушки 400-600 рублей, самые бюджетные. Дальше ручки примерно 200 рублей дороже. Надо смотреть, работают ли монетки или нет. То есть в целом, чтобы этот велосипед поехал, нужно вложить примерно 8 тысяч. Вот сейчас я все это посчитаю. Вы это все на экране увидите. Все суммы, которые я называл. То есть минимум 8 тысяч нужно вложить в этот велосипед. Это без замены втулок. Просто их настройка и протяжка колес. Если еще замена втулок, то это еще примерно 1,5, а то и 2 тысячи. Вот примерно такая стоимость восстановления любого старенького велосипеда, у которого изношены почти все запчасти и остается только рама.